засиял древний свет. Тем временем Нару и Гумо искали путь во тьме. Ты не как те другие. Что вопит? Тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. Давай, используй свет. Хотим взглянуть. А ну-ка, клинок духа. Боже, это потрясающе. Это даже больше Холуна, чем я предполагал. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Ори и волю огней. В предыдущей серии произошло как и хорошее, так и плохое. Мы помогли Ку научиться летать. Ну и в тот же момент мы попали в бурю, которая нас разлучила над землями, которые ранее для нас были неизвестны. Так, аккуратно. Но тем не менее мы пролетали над землями, которые я узнал. Например, гора Хора. Помните такое? Это один из элементов. Мы бывали на этой горе. Эта гора — это один из элементов, который питает само древо духов. Так, сфера энергии. Восполняет наш запас энергии. Отлично. Так, аккуратно. Вот той твари, которая бегает наверху, с ней надо быть аккуратнее. Она глупенькая, но в тот же момент она очень сильная. Можно использовать ее глупость, чтобы уничтожить ее с помощью шипов. Только я не могу эти шипы пока что. Я не могу из шипов, если туда падают сферы, не могу их оттуда забирать, к сожалению, пока что. Короче говоря, можете меня поздравить, потому что я полностью проснулся от своего забвения и вспомнил все, что было в первой части, включая лор, благодаря такому человеку, как Ликурис. Уверен, вы его знаете. Так, осколок духов. С ним сможем вытягивать сферы. Отлично, вот. Теперь можно не бояться, что они падают в шипы. Так, а вот это существо нужно убивать, я думаю, быстрее, чем оно начнет стрелять. Тогда у нас не будет проблем с ними. Кстати говоря, вот это древо, которое здесь прорастает, это все-таки не совсем то, что я предположил ранее. То есть, в принципе, это можно назвать корнями древа духов, но немножко другое. Свет тебя слушается, значит, ты и правда дух. Мы Моки, думали, что духи давно покинули Нивен. Пока-пока, духи. Ты кого-то ищешь, и мы знаем того, кто поможет найти. Иди к хранителю Топий. Кволок поможет тебе отыскать путь. Так, ясно. Чтобы найти хранителя Топий, нам нужно поговорить с Кволоком. В предыдущей серии мы с вами встретили Токо, который вроде бы как является картографом, бывшим, по крайней мере, но тем не менее он этим более не занимается, он просто исследует теперь. Возможно, нам нужно вернуться сюда. Тут, помните, была пещерка, где было много огней. Возможно, это и есть Кволок, потому что там, помимо прочего, еще висело... Потому что, помимо прочего, там еще висело много каких-то тряпочек с символами, я бы это так назвал. Возможно, это все-таки являются какие-то наброски карт. Могу предположить, что там находится как раз Кволок. Он же является местным картографом. Нет. Так, нужно быть аккуратней с этой тварью. Она очень сильна.
чувствую, что я буду этого Ори зачастую сравнивать с... Зачастую сравнивать с полым рыцарем. Тихо, аккуратно. Свет из колодцев можно найти в разных уголках Нивена. Он лечит и исцеляет. Ага. Он нас лечит. Возможно, в дальнейшем его можно будет, может быть, использовать как портал, если мы найдем вторую такой колодец, нет? Если оно как-то связано с Древом Духов, то, может быть, можно будет, используя магию Древа, попробовать как-то перемещаться. Так, а здесь мы сможем пройти, видимо, чуть-чуть позже. Хорошо. Угу. Ясно. Пока что я не смогу ничего здесь делать, нужно идти дальше. Хорошо. Там, чтобы забраться к тому рычажку, скорее всего, нужно иметь двойной прыжок. У меня пока что его нету. Чтобы чувствовать себя комфортно, нам надо... Так, я же правильно понимаю, если я сейчас поставлю камень на вот эту платформу, она просто уедет вниз, да? А, нет. Это нужно, чтобы просто залезть сюда. Ясно. Хорошо. Чтобы чувствовать себя комфортно, мне нужно обладать несколькими способностями. Это двойным прыжком желательно и дэшем. И все, в принципе, больше ничего не нужно. Идем сюда. Я предполагаю, что у нас сейчас будет... Так же, как и в рыцаре. Мы сможем... Богомол? Тоже создание тьмы, кстати говоря. О, нет. Нет. Зараза! Так, с ними нужно быть максимально аккуратным. Так же, как и в рыцаре, мы сможем, скорее всего, идти везде сейчас, куда глаза глядят. А в итоге может получиться так же, как... Так же, как и в полом, что я пропущу какие-то способности. Аккуратно! Нет! Господи, какие же они сильные все-таки, если нет возможности их одурачить. Там на самом деле был путь вниз, может быть, стоило бы там пройти, может быть, я бы тогда смог этого боя избежать, но, честно признаться, я не хотел его избегать. Зачем? Нам нужно научиться с ними сражаться, а не избегать. Да ты посмотри. Чтобы с ними более-менее нормально сладить, я думаю, что нужно, знаете, что делать? Нужно находиться все время в воздухе. Они не могут... Они не могут достать меня в воздухе, поэтому нужно это использовать. Ясно. Но это будет обратный путь, кстати говоря, скорее всего. Есть мнение, что мы именно здесь и получим способность данного прыжка. Кстати, обратите внимание, что мы, получается... Оно? Еще одно дерево. Свет, которого мы впитываем. Эти деревья... Отлично, двойной прыжок. И я так понимаю, это именно наше умение, которое активировать никак не надо, да? Оно будет именно у нас постоянное, да. Эти деревья, я изначально предполагал, что это протянул корни дух древа. Так, а с помощью этого мы сможем цепляться за уступы и не слезать с них. Отлично. Возможно, это будет еще одно умение, которое мы будем использовать очень долго. Эти деревья, я думал, что это корни дух древа протянул так далеко, аж в Нивен, получается, это место. То есть у нас есть лес Нибель, а есть вот это место Нивен, которое находится просто где-то около Нибеля. Я же правильно понимаю, да? Поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь. И получается, что это не так. Древо немножко по-другому разрастается. Оно порождает вот таких духов, как Ори. Это я помню по первой части. Но получается, что когда дух умирает,
Кстати, теперь мы сможем спуститься вниз, нажать на рычаг, по идее, да? Когда дух умирает, на его месте прорастает древо. И оставляет вот такое воспоминание о том, что умел дух, погибший здесь. Так, я с тобой сражаться больше не намерен. Хотя, возможно, стоило бы, если у нас есть такая возможность, возможно, стоило бы с ними сражаться по несколько раз, потому что мы тогда получаем то, за что мы сможем, я так понимаю, что-то купить в дальнейшем, верно? Ну-ка, подожди. Мы здесь что-то упустили. Ну, мы все равно, скорее всего, будем неоднократно еще возвращаться на самом деле в какие-то места. Но в это, скорее всего, уже не будем, потому что я не вижу по карте, чтобы мы что-то еще пропустили, кроме вот той. Кроме вот той энергии. Угу. Так, идем сходим, заберем ту сферу и будем отсюда выбираться. Нам нужно найти. А, то есть, чтобы почитать, что мне нужно сделать, мне нужно именно подойти к этому зданию, ясно. Нам нужен кволок. Чтобы он указал, куда нам пройти. Я очень надеюсь, что Кул не встретится с тем волком, потому что волка мы определенно не уничтожили. Угу. Я даже не знаю, хорошо ли, что на карте показывается. Отлично. С двойным прыжком это будет намного легче сделать. Я не уверен, хорошо ли, что на карте показываются места, которые мы с вами пропустили, допустим, потому что так, похоже, секреты отмечаются, помимо прочего. Но, тем не менее, это будет небольшая помощь нам. Я, кстати, обратил внимание, что завалы, которые можно разрушить, когда мы к ним близко подходим, они начинают издавать такой маленький, едва заметный пульсацию света. Кстати, она может достать нас до воздуха, тогда кто начинает своими лапами сражаться. А, зараза! Но так в целом с ней справиться будет не очень сложно. В этих росточках, судя по всему, тоже... Да. Можно достать сферу жизни. Вот это место очень жуткое. Ну, в принципе, неудивительно, потому что это логово воя. То бишь того волка. Меня смущает только то, что этот волк сюда не вернулся. Если он сюда не вернулся, это может означать только то, что он ушел дальше куда-то, зализывать свои раны, которые мы ему оставили. А, о, мы можем бить пунизу, великолепно. Там, кстати говоря, что-то есть, но я не могу туда пробраться. Нужно как-то будет разбить этот хребет. Там на фоне вообще скелет какого-то гигантского мамонта. Ага. Теперь можно будет открыть эту дверь. Знаете, в чем моя самая большая ошибка? Кстати, вот, видите? Небольшой идет такой... небольшой такой луч света выходит из завала. С помощью этого можно будет определять... секрет. Зараза, серьезно? Да что ж такое? Я, кстати говоря,
Кто ты такое? Так, аккуратно. Скорее всего, он взорвется, когда умрет, да? Да, конечно. Мы таких врагов уже неоднократно встречали на самом деле. Мы уже знаем, что они умеют. Еще до того, когда, как они нам это покажут. О! Последняя ячейка жизни. Первую мы собрали еще в первой серии, в самом начале, помните? Кстати, мы теперь там можем, по идее, пройти дальше. Из чернильных топий войти в другую локацию. Мне кажется, что будет гораздо безопаснее, если я буду давать возможность им атаковать первыми, чтобы я увернулся и потом безопасно продолжил свою атаку. Так, ну-ка. Да, все верно. Нужно сейчас будет вернуться вот в ту пещерку, посмотреть, появился ли там кто, потому что, судя по всему, должен был. Я предполагаю, что это будет именно тот, кто поможет нам найти хранителя топий. А после я бы хотел бы попытаться вернуться вот в это место. Там мало того, что был какой-то секрет. Здесь тоже, кстати, выглядит так, как будто бы что-то есть. Но мы тут не пройдем. Короче говоря, вот тут где-то был мало того, что секрет, еще и был проход в другую локацию. Не уверен, что будет хорошая идея, конечно, сейчас ломиться во всевозможные места. Но будем действовать как и обычно. То есть будем идти до тех пор, пока мы не упремся во что-то. Хотя это может в итоге привести нас к тому, что будет как в Полом Рыцаре, когда мы пропустили целую кучу способностей, которые нам нужны были. А нашли их в итоге ближе к концу. Ну как бы ничего страшного, если мы могли пройти без этого, то почему и нет? Так, еще один фрагмент жизни, прекрасно. Могу сказать, что Ури на самом деле очень к лицу вот эта вот вся механика Полова. Но не могу сказать, что это только механика Полова, понимаете? Любая метроидвания обладает подобными механиками. Поэтому Ури всегда была метроидванией, просто ее по сути улучшили немного. И это очень круто. То есть, несмотря на то, что действительно она отдает духам Полова, все равно имеет свое лицо. При этом я не перестану восхищаться тем, как композиторы умудряются здесь переходить из минора в мажор. Это просто волшебно, я не знаю. Я когда слушаю их музыку, у меня просто что-то трепещет внутри, короче, я не знаю. Ты дух, что ли? В таком случае трепещи дух, перед тобой мог храбрец. Знаю, неубедительно, но я и правда храбрец. Ну или мог бы им стать, будь у меня трофей. Например, череп воя или клык. Если череп тяжело тащить. Я слышал, как вы сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клык обронил? Угу. Ну, на востоке он сражался только с нами. Это было вот здесь, кстати говоря. Да-да-да, мы здесь вот убегали от него и здесь не сражались. Но... Мог храбрец, я могу тебе сказать, что если ты притащишь трофей и будешь всем капать на уши, что это ты победил, воя, добром это не кончится, потому что рано или поздно станет такая ситуация, что ты просто заврешься. Да, клык станет замечательным трофеем, не то что увесистый зловонный череп, настоящий клык воя, сверкающий. Вы с воем сражались где-то на востоке, там, наверное, можно найти его клык. Я пока тут подожду, буду храбро тебя поддерживать. А, ну спасибо. Но ты просто не учитываешь, кучего мог храбрец. Там за тем поединком наблюдала куча других твоих сородичей. И если я сейчас принесу тебе клык... О, нет. Ведь будут те, кто видел настоящую битву. А, я могу даже так... Я же правильно увидел? Я смог от него отскакивать, когда бил его по голове. Здорово. Боже, как же мне не хватает подобного плана игр. Они реально, они действительно на редкость редкие, короче. Так, давай действовать аккуратненько. Боже, я очень сильно переживаю за Ку. Я очень не хочу, чтобы она встретилась с тем волком. Если она с ним... Хотя... А вот и клык.
Отличный трофей для храброго Мокки. Ну, конечно. Угу. Ну, идем пока туда. Судя по всему, можно еще как-то наверх забраться будет, да? Так, аккуратно. В принципе, если постараться, можно было бы попробовать прямо сейчас это сделать, да? Нет? Я бы мог бы, допустим, отсюда запрыгнуть оттуда. Если бы я мог даже лиану отрубить, допустим, или просто по ней плазить, то все это было бы возможно. Ладно, я думаю, что пока что все-таки это будет сложно реализовать. Давай пока просто вернемся к Моке. Отдадим ему этот клык. Держи. О, настоящий клык воя. Уж теперь-то никто не будет смеяться над Моком храбрецом. Это тебе. Я не только храбрый, но еще и щедрый. Руда. С твоей помощью искусственный мастер сможет что-нибудь починить? Серьезно? То есть у нас будут, помимо прочего, какие-то вещи, которые будут нуждаться в ремонте? Очень интересно. Просто наш меч духа, ну, предположим, он может усиливаться с помощью просто найденных других источников света, я полагаю, да? Нет. Напугал. Но что может нас... это что такое? А, это просто... Это, видимо, просто дерево, да? Сломанное с корнями и камнями. Что мы можем еще такого находить, что нужно чинить? Так, с ним мы наносим и получаем больше урона, безрассудства. Ну, в принципе... Так, наносим и получаем больше на 15% урона. Хорошо. В принципе, неплохо. Кстати говоря, обратите внимание, что оно усиливается. И судя по вот этим частям на самом символе нарисованном, видите, он делится, этот символ, на три части. Я так понимаю, три уровня будет. То же самое касается вот этого. Магнит, который, судя по всему, можно прокачать дважды. Это только одного первого уровня будет, и все. Хорошо, допустим. Мне кажется, что вот эти плоды можно использовать несколькими способами. Либо я его просто разбиваю и получаю с него энергию, либо я его использую как на... Либо я его использую как ранее. Мы здесь проплывали, точно! Точно! Мы здесь проплывали, а ну-ка где? И это дерево было под водой, вот про него я и говорил. Восстановление. А ну. Вот так, да? Ага. Ясно. Все точно так же, как и в рыцаре. Абсолютно так же. Это очень круто на самом деле, потому что по итогу вы играете в очень похожую механику, но при этом другая история, другая подача, другой визуал. Ну здорово. Ну даже... Я уверен, что тут будут и другие механики, потому что если этого здесь не будет, то это будет... Это будет уже не Ори, просто. По-любому что-то должно быть свое. Угу. Так. Эти твари не такие страшные на самом деле. Чтобы восстановить одну ячейку, мы тратим одну ячейку энергии, ясно? Помните, способность у нас была в первой части, которая позволяла нам отпрыгивать от снарядов? Кстати. Теперь мы можем сломать это? Нет, ты смотри. Видимо, нам нужно, чтобы наш клинок духа был более сильный. И, кстати, я не знаю, что это такое, но это какой-то другой фрагмент. Мы такой еще раньше не находили, по-моему.
Слушай, нам нужно на самом деле подниматься наверх, я так понимаю. Вот сюда желательно было бы, я хотел сходить. Но здесь... Я просто подзабыл, как... чего нам не хватало, чтобы... Чтобы посмотреть, что мы там пропустили. Нет! Зараза, посмотри, она прыгает еще! Угу. Мне кажется, что та ячейка, которая имеется в виду тот фрагмент, который там находится в заперти, скорее всего, это фрагмент, который будет усиливать нашу ячейку энергии. А, не успел. Скорее всего, это оно. Нет. Я, кстати говоря, когда вспоминал лор игрушки и, в принципе, все, что происходило в первой части, я задавался только двумя вопросами. Ликорис, кстати, задался тоже одним из этих вопросов, но у меня был еще один. Первый вопрос — это касательно Сейн. Знал ли Сейн, что когда он... Да, тут нужно было всего-навсего двойной прыжок. Знал ли Сейн, когда делал свой обряд света, чтобы позвать Ори? Ага. Чтобы вернуть Ори, знал ли он, что его обряд может уничтожить других существ, которых, к слову, он питает, чтобы они жили? Ну, существ света имею в виду. То есть, потому что говорилось, что в каждом существе, включая, видимо, существ тьмы, или это уже, скорее всего, догадки наши были, есть крупица света, которая позволяет им расти и жить. Знал ли Сэнь, что если он сделает слишком большой переизбыток... Ага. Света, то всех существ тьмы он просто уничтожит. Так, это было страшно. Я восстанавливаю больше. Слушай, мне очень интересно, а ну идем сходим сюда. Может быть, зря я, конечно, это делаю, но это... Ух, ёлки-палки. Мне кажется, мне нужна еще какая-то способность, чтобы я мог их... Это паук! Это грёбаный паук, он же... Если я поймаю... Если он меня поймает свои лапки, даст лишь наделает. Ау! Так, ясно, давай пока сюда не будем идти. Мне кажется, мы слишком слабы еще для этого. Если он меня споймал бы своими лапками, я бы представить, что он со мной бы сделал. Хорошо, идем пока сюда. Второй вопрос, который меня волнует, это... Существует ли здесь еще какое-то божество, которое олицетворяет тьму? Вот просто подумайте, если есть древо духов, которое является одним из древних, и он же, и оно же олицетворяет свет... Мне кажется, что должно быть еще такое же существо, не менее древнее, как и само древо, которое олицетворяет тьму. Ну разве не так? Изначально я предполагал, что это существо было Куро, ну то бишь та сова, которая является настоящей матерью Ку. Но, скорее всего, это не так. Скорее всего, Куро была просто таким же существом, как и любое другое существо, как и любое другое существо, рожденное тьмой. Ага, смотри, а это как раз тот плод, который не могу сбить, скорее всего, потому что именно оно используется для того, чтобы от него отталкиваться, ясно? Ну, как вот та способность, которая у нас была когда-то, помните? Очень интересные места, кстати говоря. Обратите внимание, здесь вот это вот все, оно рукотворное. То есть подобные вещи... Три раза. Подобные вещи, как вот эти тотемы, какие-то моко, скорее, вряд ли их высекли. Тот кто-то еще был. Ну, там, например, тот же Токко. Мне очень неинтересно знать, что у него за... где его народ проживает. Наш народ, который находится в Нибеле, он более дикий, что ли, мне кажется. Там из более-менее продвинутых это только гуманы были. Здравствуй. Ты угадай, ты местный картограф все-таки? Люпо. Это не тот, кого мы искали, похоже.
Приветствую, я Люпа, выдающийся картограф. Он картограф. Ну и буря тут разбушевалась. Жуть, у меня аж карты промокли, а там заползаны. Говорят, ты ищешь попавшую подругу, а для поисков тебе понадобится карта. Не желаешь приобрести карту этих бескрайних болот за 75 искр духовного света? Конечно. Благодарю. А ну. Ага, вот оно как. Это что такое? Так не руда обозначается, по-моему, да? Что-то еще. Ну, в принципе, все эти места мы знаем. То есть мы пока что не можем про... А? Там же была стена просто, разве не так? Кстати, хочу обратить внимание, что сейчас не указано то, что мы с вами пропустили. Почему? Потому что, скорее всего, оно так же, как и наш след вот этот. Он только какое-то время показывается, показываются вещи, которые мы с вами обнаружили, а потом они исчезают. Скорее всего, все-таки придется что-то записывать, что где может, что где мы могли пропустить. Ну, наш путь на самом деле идет сюда, но нам нужен был Кволок. Нам нужен был Кволок. Я был уверен, что это он, а это просто... А это Люпо. Я даже не знаю. Давай залезем вот сюда. Что это за место такое? А тебе есть еще карты, Люпо? Ничему нельзя верить. Ничему. Вот, например, эти топи зовутся чернильными, так? Ну, я и решил набрать тут воды, чтобы чертить карты. Только хорошую бумагу зря извел. Ну и как тебе этот пернатый путник? Он зовет себя Током. Когда-то Ток был замечательным картографом, пожалуй, лучшим из лучших. Он многому меня научил. Правда, слишком любит слухи да легенды. Застрял в прошлом. Я считаю, что за составлением карт будущее. Ты же мне поверь. Я свои устаревшие карты на растопку пускаю. Он, как и любой... Как и любой творческий человек, существо, свое начальное творчество, короче говоря, не любит. И, конечно же, когда на него смотрят... Так, прости, здесь небольшой погром устроил, но мне надо было. Вдруг ты что-то еще прячешь. Как и любое творческое существо, короче говоря, он уничтожает свои старые работы, потому что они кажутся ему полным шлаком, который никто в жизни не должен увидеть. Это можно понять. Так, погоди. Угу. Если мы доберемся до вот этого фрагмента, мы сразу сможем узнать. Ай. Действительно ли это то, что я предполагаю? Но мы, похоже, не сможем пока что до туда добраться. Току, он, по-моему, сам говорил, что он любил рисовать карты когда-то, но... Он сейчас больше похож на Квирла. Просто исследователь. Просто исследователь. Интересно, сколько всего таких миров тут есть. Как велик весь этот мир. Кстати, вода, обратите внимание, по сути, она тоже является своего рода тьмой. Опа, ну-ка. Так, меньше урона. Просто меньше урона, да, получаем? Да, просто меньше урона, отлично. Так интересно, мы, получается, получаем способности от наших братьев, погибших здесь когда-то, от которых проросло древо. Но при этом обучаемся сами с помощью вот таких вот осколков. Мне просто интересно знать природу этих осколков. Но он не страшный. Он не страшный. Так, но здесь мы тоже не пройдем. Вот там что-то... Да, там есть цветочек. Скорее всего, за него как-то надо будет зацепиться в будущем. А пока что идем сюда.
Какая красота, ты только посмотри на это, боже. А ты кто такой? Ты и есть Кволок? Старый мудрый Моко. Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем великолепии. С тех пор, как колесо старой мельницы остановилось, пришло и ушло целое поколение Моки. А еще говорят, что внутри целая библиотека. Крик? А она что здесь забыла? Почему же она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты, ты и мухи не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло, дело в том, что я оружейный мастер. Не желаешь отточить свои навыки? На первую покупку действует скидка, так что выбирай с умом. Обалдеть, вот оно как. Но у нас все равно на все это не хватает, между прочим. Удар духа, так, наносим врагам мощный размашистый удар. Если он говорит, что на первую покупку действует скидка, скорее всего, на вторая покупка будет стоить в два раза дороже, да? Мы запускаем мощное световое копье, для этого нужно много энергии. Слушай, неплохо, звучит так, как будто мы сможем снимать, допустим, тех пауков издалека. Пламя, начинаем гореть ярким пламенем и наносить врагам урон огнем, супер. Мы поставим вперед звезду, а она возвращается к нам. Так, рядом с нами появляется сфера духов, которая атакует другого. Вот это похоже, как... Это похоже на Сейн, то, что наз... тот дух, который с нами летал когда-то, помните? Звезда духов. Я даже не знаю, что из этого выбрать. Все очень крутое. Ну, либо звезда духов будет, либо, скорее всего, Сейн. Наверное, его возьмем, да? Если захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть святилище духов. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой сейчас встретимся. До тех пор держи оружие наготове и не спускай глаз с неба. Ага. Так. У нас есть, помимо прочего, еще какие-то слухи, которые надо проверять. Очень интересно. Так, это, конечно, все очень хорошо, но нам желательно было бы получить какую-то все-таки способность. Опа, а это что такое? Я не знаю. Выглядит так, как будто бы туда надо вставить какие-то три артефакта. Может быть, это портал будет своего рода. Перед тем, как идти в то святилище, я хотел бы все-таки купить у него какую-то способность. Нам всего-то навсего нужно еще. А, ясно. Мне на мгновение показалось, что она сейчас просто упадет вниз. Опа, тихо-тихо-тихо, аккуратно. Знаете, я всегда восхищался управлением в Уре. Оно настолько приятное, что просто невероятно. Очень отзывчивое. Но надо учитывать, что могут быть проблемы. А, здесь не пройду, нужно проходить через верх, ясно. Что могут быть проблемы с тем, чтобы все-таки управляться с Ури, потому что он такой, знаете, слишком плавный иногда бывает. Оп. Там у него есть, у него имеется своего рода инерция, по которой он все-таки летит еще, знаете, вот этот момент надо учитывать. Аккуратно. Ага. Так, слушай, перед тем как... Тихо. Не, нам все равно придется идти через верх, даже если я захочу вернуться к этому старику, нам все равно надо пройти через верх. Давай, давай, родной. Почему в этом мире так много существ тьмы? Даже не только в Нивене, в котором мы сейчас находимся, а в принципе. Ать. Нивен, Нибель. О, да. Огромный сгусток сферы. Света, отлично. Я даже не знаю. Давай, может быть, все-таки вот это возьмем. Используй новый навык с умом. Получить следующий будет куда сложнее.
Будь всегда начеку. Хорошо. Так, ну-ка. Бабочка. Я могу еще одну вызвать? Я могу вызвать до 3 бабочек, просто в зависимости от того, сколько у меня есть всего энергии. Ясно. А после... А, идет именно апгрейд следующего... этого же навыка, идет его апгрейд. Ага. И потом идет... И все остальное идет уже за двойную цену. Ясно, все хорошо. Обратите внимание, там целая куча домиков. Это, скорее всего, все домики Моко, кстати говоря. Можно было вот так выбраться. И не делать весь этот путь. Но ее все равно надо было сделать, несмотря на все. Слушай, это, конечно, все очень хорошо, но меня больше всего интересует, что находится вот здесь. Потому что мы, похоже, выбираемся сюда и просто прямым путем выходим к хранителю Топии. При этом даже не найдя себе помощь от Кволока. Идем пока вниз сходим. Я же могу? Кстати, нет, тут ничего не поменялось, ясно. Путь вот здесь должен быть. А, может быть здесь? Да. Сейчас посмотрим, как эти турельки работают. Так, стоп. Ага. Я просто видел то, что, во-первых, свет исходил в принципе из этого места. Ну и по карте. Так, духовный свет можно выменить у знакомых. Всевозможные предметы на всевозможные предметы и улучшения. Но это мы уже знаем. Это мы уже знаем. Кстати, да, я в предыдущей серии ошибся, думал, что мы не можем в принципе плавать. Я просто не помню, сказал я вам об этом или нет. Но в итоге оказалось, что мы сами можем плавать в воде. Но кроме той, которая является почему-то вот такой темной. Я бы предположил, что она просто засрана. Посмотри на вот это вот все. Это же очевидно все рукотворное. Почему мне кажется, что здесь... Что вот это вот все Моко понаделали? Нет, я не смогу. Сейчас я не смогу туда пройти, но может быть, если использую вот это? Ага. Вот, фрагмент ячейки энергии. Все-таки это они. Так, погоди, а здесь что? Нет! Кстати, когда я в воздухе и бью кого-то серии атак, а потом делаю второй прыжок, после этого я могу... После этого я могу снова бить. Ну-ка! Это действительно Сейн! Как такового Сейна с нами сейчас нету, потому что Сейн это по сути и есть основной дух древа. Так, аккуратненько. Но мы смогли его заменить, если можно так выразиться. И учитывая, что мы таких можем до 3 вызывать, это очень круто. Короче, второй Ори, по сути, оставил при себе свой облик первого, но при этом взял какие-то элементы обычных метроидваний, где-то присыпал это все полым рыцарем. Ну, короче, это здорово. Это здорово. То есть, таким образом... Ори сохраняет за собой свое лицо. Нет. Давай, выплывай! И при этом обрастает более интересными всякими механиками. Это очень круто. Чернильное святилище. Кстати... Смотри, вот здесь потихоньку, когда мы с вами находим какие-то предметы, они здесь собираются. И
в итоге мы похоже, мы каким-то образом будем так питать дух древа духов. Нет? То есть, когда оно все засветится, оно будет на пике своего могущества, наверное. Ага. Да давайте. Удивите меня! Вы даже себе не представляете, какие испытания я проходил до этого. Следующее, да? Никого мне напоминают эти комары? Так, с ними нужно быть аккуратней. Я им буквально на 3 укуса. Третье испытание. Ну? Что ты? Элитный богомол. Ах ты, зараза! Как он умудрился меня съесть под конец? Надо называть их вот таким образом, точно. Я за ними гоняюсь, это неправильно. Надо заставить их за мной гоняться. Они, правда, смотри, как интересно делают. Они если и... Но? Они если в меня и прилетают, то они, получается, отталкиваются от поверхности. Ага. И их немножко как бы пружинит от нее. Любопытно. Очень любопытно. Давай, иди сюда. Этот раз будет все не так просто. Для тебя. Нет, да что такое? Я так рад, что это все не так легко, как кажется. Но я согласен с тем, что это мои ошибки. Они сильны, между прочим, даже для прямых атак. Угу. Вам не совладать с духом света. Я найду ку. Угу. Может быть, стоило бы, знаете, что сделать? Может быть, стоило бы сначала избавиться от комара? Все-таки. Во! Точно! Можно заставить его просто было под себя подлететь. Зараза, он был последним, представляете? Последним. Столько нервов не доставил. Улучшение ячейки для осколков. Теперь я смогу одновременно использовать больше осколков. Отлично. Все-таки можно. Все-таки это можно. Можно было бы на самом деле вот эту штуку использовать. Мы как бы и получаем больше урона, но и наносим больше урона. Давай просто попробуем, насколько это критично. В принципе, 15%, я думаю, ощущаться будут. Но если мы будем играть лучше, я всегда говорю, что просто нужно лучше играть. Лучше уворачиваться, лучше делать все. И тогда, в принципе, есть смысл в таких улучшениях. Просто нужно не давать им по себе попадать, и тогда мы будем... Тогда мы просто на ровном месте получаем улучшение к урону нашему. Это же просто прекрасно. Ну, кстати говоря, чтобы купить улучшение у Мока, нужно
просто какое-то огромное количество света найти. Ага. Ага, ясно. Я туда не попадаю пока что. Ясно. Уходим отсюда. Кстати говоря, по-моему, потемнело немножко, да? Неужели они сделали здесь смену дня и ночи, помимо прочего? Это было бы просто шикарно. Так, аккуратно. Ладно, пускай остается там все, что мы с него выбили. Серьезно? Ладно. Вообще, нам получается, нужно отправляться куда-то вот в эту сторону, я так понимаю. Кстати, а здесь... Здесь у нас ничего нету. То есть, этот путь не ведет прямо к хранителю. Угу. Боюсь предположить, что нам придется сделать огромный крюк, чтобы туда попасть по итогу. Ну хорошо, хорошо. Простите, пришлось отойти на пару минут срочно. Так, ну давай, знаете, что мы сделаем? Давайте мы все-таки сходим вот в это место. Посмотрим, что нас там ждет. Мне вот интересно знать, вот эта вот сова, которую мы только что увидели. Крик, ее тут так назвали. Это она пробудилась, наверное, от того, что... Скорее всего, может быть, и не от нас, кстати говоря. Может быть, действительно... Мудрец прав. Мне кажется, что она пробудилась потому, что она как создание тьмы тоже. Ну, сова. Так, погоди, а я могу? Нет, может быть, я могу вот так? Аккуратно. Ну, теоретически, я думаю, что я смогу это сделать. Я думаю, что сова, она просто почувствовала присутствие Ку. Вот и все. Я могу сделать по-другому, чтоб не выдумывать велосипед. Угу. Я очень старался рассчитать это правильно. Увы, увы. Что это там такое? Смотри, там вообще свечка стоит. Это ж надо было еще туда залезть, там ее прицепить. Это дело рук Моко? Моки, точнее. Так, тем не менее, что у нас здесь? Да, шипы работают как на нас, так и против нас. Ага. Есть что-то? Мы, Моки, знаем, где упала совушка. Недалеко от дома, который мы покинули. Тихий лес. Жуткий лес. О, нет, Ку. Не бойся, Ку, я за тобой приду. Кулак добрый, Кулак поможет.